Сеть WGG – это усовершенствованная модель сети AlexNet. Известны две ее модификации – WGG-16 и WGG-19, с 16 и 19 обучаемыми слоями соответственно. Сеть увидела свет в 2014 году и на соревновании ILS VRC, хотя и не заняла первое место, тем не менее стала очень популярной ввиду ее относительной простоты. Она хорошо себя зарекомендовала в алгоритмах детектирования изображений. Кроме того, на основе этой сети строятся алгоритмы сегментирования и маркирования объектов. Какую новизну внесли авторы? Главная идея заключается в замене больших сверток меньшими. Например, свертку 7x7 можно заменить последовательность трех сверток размера 3x3. Преимущество заключается в том, что во втором случае количество параметров почти в два раза меньше. Соответственно, сеть быстрее обучается и меньше весит. Сеть условно делится на блоки, 5 блоков свертки и 3 полносвязанных слоя. Рассмотрим сеть более подробно с помощью инструмента Deep Networks Designer. И на первом шаге импортируем нашу сеть в инструмент. И затем с помощью анализа вызовем анализатор сети. Как я говорил уже, сеть условно делится на 5 блоков свертки. Первый блок свертки состоит из двух последовательных сверток, двух ректификаций и завершает блок пулинг. Второй блок аналогичный. Он состоит из двух сверток, двух ректификаций и также завершается пулингом. Все свертки имеют размер 3x3. Затем идет три блока, но уже по три свертки. Вот они. Слой конволюция 3.1, 3.2, 3.3 и в конце идет пулинг. Аналогично четвертый блок и пятый блок, он также имеет три таких подблока: свертка ректификация и завершается все пулингом. Конечные слои состоят из трех полносвязанных слоев с дропаутами, два дропаута и три полносвязанных слоя. Ну и завершают все это софтмаксом слоем и слоем классификации. Строительные блоки у сети WGG такие же, как и у сети AlexNet, за тем исключением, что у WGG нет слоев нормировки, поскольку мы увеличили количество сверток, и вот эта операция дала нам как раз аналог операции нормировки. В сравнении с другими сетями, сети WGG-16 и WGG-19 наиболее медленные. К тому же они имеют максимальное число параметров из представленных здесь. Это порядка 140 миллионов параметров. И хотя их точность не является идеальной, их используют как классификатор при передаче обучения, так как большое количество параметров делает эту сеть довольно гибкой и способной переобучаться. И как уже было сказано, эта сеть используется как базовая для построения других архитектур, например, для алгоритма сегментации. Недостатки сети – большое количество параметров, что накладывает ограничения на оперативную память. Низкое быстродействие также может послужить причиной отказа использования этой сети для тех алгоритмов, которые работают в режиме реального времени. Достоинства – во-первых, простота, во-вторых, хорошо себя ведет при передаче обучения, а также используется в других архитектурах. Пишите комментарии. По вопросам и предложениям пишите на techexponent.ru, infoexponent.ru, либо звоните по указанным телефонам. А в следующем видео мы расскажем о сети GoogleNet.